Все, всем привет, подписочники. Здрасте, кушаю бананчик, и меня там Фуся звал. Как вам мой скин? Полная хта, но зубы охуенные. Ну ладно, сейчас. Алло, Батгеймер. Гля, опять! Мы же уводили отсюда. Ты так и будешь за мной плестись нахер? Я потом отстану, там же нельзя будет мне потом идти. Простите и извиняюсь еще раз. Смотри, вот после... Вот этой линии? После вот этого блока нельзя идти. Удачи! Все, желаю удачи. Удачи вам, пока. Да нормально. Да нормально уже. Алло, Фуси! Ой, здравствуйте, вы опоздали, мы уже заканчивали. Но у нас тут как раз начинается великая новая мысль. Откуда у вас столько оказывается? Я думал, у вас всего лишь тут четверо, пятеро. А вот это все... Не, ну, это родственники, ну, усопшего деда Артема. Деда Артема. Забитого, точнее. Гитара вот эта вот, который сгорел при взлете ракеты. Гитарой. У них есть существо, которое было их родственником. Но потом они чисто были алкогольным опенелем. Ну, чисто его вот... Вот. Ну, чисто его вот этой гитарой как раз по башке. Что вы делаете? Боже! Тут... Здравствуйте, Юрий Гагарин. Это да, здравствуйте. А он живой, типа? Воскрес. Ну, типа... Христос воскрес. Ну, как сказать? Значит, тут вроде Александр Пушкин был, но он меня мастился, видимо, всё. Так вот он, его дух. Вот я, это я. Дух Александра Пушкина? Не похож. Так вылитый он. У меня гитара и это... Такой же смугленький, такой же кудрявенький. Да, да. Почернил. Просто я еще в подземельях курить начал. Да, курить это, естественно, ну, жесткое тянуть, ну, значит. Алкоголь, ну, вредит вашему здоровью, как бы, да. Вот, и ну, никогда не бухайте, ну, как бы, запрещено. И давайте помолимся великому гонять, чтобы нас, наши кружки, оно охладило. Это алкогольный крест? Нет, алкоголь осуждаем, это чистый спирт. Понятно. Ладно. Справедливо. Звучит как тост. Выпьем! 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 Да, ты как? Да, вам всё можно. Да, да. А ты как питаешься? Друзья. Пушкина через вас не выйдет. Ну, не знаю, ну как-нибудь. Выпьем за любовь! Выпьем за любовь! Выпьем за любовь! О, май гад, бро! Давай пробуй. Давай пробуй. Попробуй. Давай. Родится новый Макевич! Так вот, как вы родились? Рассказывайте историю. Ещё? Я забыла. Давай, я твоя забыла. Не, ты. Так я уже рассказывал. Это самое, всё, видимо, мы на этом заканчиваем. Я хочу вам презент. Что-то оно не пьется. Вот, это вам презент, это подарок. Вот у вас у дедушка умер. Та самая, я не чувствую. У вас вот дедушка умер, вот вам подарок. Вот, вы можете тут еще посидеть, там остатки мне остатки. А что с дедом? Нормально. Он кремирован, он мой обед, всё. В смысле? Фуся, здравствуйте. Как курево, надо выпить. Я пришел к вам на свой первый рабочий день. Здравствуйте, вы уже опоздали, но в принципе не опоздали. Смену свою просрал. Приятно познакомиться. Меня зовут Шампуся Эндейс. Добрый день. У меня уже есть друг с именем Шампуся. Да, это я, та самая Пуся. Итак, вы, дорогие телезрители. Такая Пуся. Наши 2000 дорогие жучков, как говорится в голове. Вот, и, ну, то есть мы, значит, сегодня... Полетим, пойдем танками, растопчем все трупы, могилы и кладбища взорвем, то есть перетопим. Вот. И, в общем, ну, атакуем, ну, Министерство здравоопьянения. Зачем нам это вообще надо? Значит, мы должны с ними заключить договор, вот, ну, они нам дают, ну, трупы, а мы им, ну, ничего, а еще они нас финансируют, то есть они нам дают и все. Ну, это крутая идея.
Подождите, но выпьем. Я извиняюсь, выпьем. Мы с ними заключаем договор. Зачем для этого нападение производить? Так только что сказали. Серьезно было. Это традиция. Это традиция, ну, везде, все люди. Мы им ничего, они нам все абсолютно. Ага. Ну, они нам должны, нам все должны, естественно. Ну, это нормальная тема, я со... Так, всем на орудие готовы. Да. А у меня только нету боеприпасов. Где боеприпасы, Фуси? Охуенно, братан. Что ко мне в рот попало? Ну-ка, блядь. Вот, возьмите здесь самые топовые стрелы. Это я Купидон, и я эти стрелы пускаю во все сердца. Извините, можно вас взять? А что именно? Да, уже нормально. Вот, и у меня есть один хакер добрый такой, вот такой вот характер. Так что, в принципе, я думаю, не приводите сюда. Вы его у кого украли? Да ёбаный, блядь. А, это моё личное, по наследству досталось. Это Kickstart же, я вспомнил. Да, это мой Kickstart, кстати, да. Так, Министерство здравоохранения находится на сплавно. Но оно планируется, конечно, в этом городе, у нас, получается, по соседству. Но, к сожалению, пока что оно не совсем готово. Значит, план действий таков. Мы приходим, бум-бум, они падают, ну, и заключаем контракт, ну, то есть, ну, потому что, ну, это, ну, Министерство здравоохранения, это государственная больница, на все, ну, всем давно известно, что все клиенты, ну, больниц государственных, они всегда нуждаются в ритуальных услугах, то есть в наших. Блять, хорошо, это прям очень хорошо. А у нас стелс-миссия, или мы жестко разрываем пукича? Выбить дверь с ноги. А, всё. С ногой выбить. Всё, тогда ладно. А это тоже часть плана с самолетом? Да. Так. Кипаж! Спичечку. Да, здравствуйте. А ты, Арик, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я их отлеплю. Да, да, всегда. Ой, что там мне хуёво, блядь. Блядь. Сейчас, сейчас. Я его сейчас как спрессом. Ничего себе. Давай, давай. Тащи его. Я только вскрытие умею делать. Тащи. Давай. Я гравитацией туда что-то относит. Все нормально, я ему колол, я его несу. Стойте. Все узнается, будет либо мальчик, либо девочка. Быстрее, разойдитесь срочно. Да нет, несем его. Это труп? Стойте, куда? Тебе не только очко. Возможен криминал. Мы нахуя сюда пришли, бля? Мы ищем министра старства. Мы кого? Главного ищем? Да, саму главу, нам надо, ну, колбы, ну. Ну, очевидно, это этаж повыше. Я думал, что все, типа, главные. Этаж пониже? Повыше! Алло, да, здравствуйте, где у вас? Не, внизу морг. Да нет. Что? Ой, ты нам сюда нанервил. О! Вам... Ебать! Нам сюда. Родное место, блядь! Ой, это шо? Я уверен, там, ну, хранится, ну, министр. Коко? Здравствуйте, вы... Ой, блядь. Давайте, ребятки! Давайте, что, производим вскрытие, да. Здравствуйте, производим вскрытие. Так, разряжаем брюшную. Кого рожаем? Он сегодня ел гречку? Да, здравствуйте. Вам помочь? Вату у меня, да, нет, не надо мне помощь, не надо мне помощь. Я фиксирую. Я свечку поставлю. Моя память. Давайте, выходим. Вам тут нельзя, выходим. Давайте, выходим. Выходим. Давайте. Фуса, а почему мы выходим, если у нас оружие? Ну, мы же можем... Нападение. Ладно. Знаешь, ну мы так ищем, нам надо... Ну, знаете, в крышу залезть куда-то. Это кто? Кеба! Компьютер, бля, выносим! Сука. Суд же, продашь потом. Дай нам, судьи, бери. А то, что мы Ванкевича оставили с клизмой наедине. Так он отвлекал его делать. Ладно, хорошо, все, ладно. Я бы знал, но видимо... Здравствуйте. Дайте руку пожми. Нормально, да? Зачем вы туда пришли? Ну, ему. Мне кажется, вы не в ту сторону поднимаетесь. Ну, в каком смысле? Мы вверх идем.
Ну, мне кажется, вы чуть-чуть в обратную сторону. Я из Австралии. На левой, что ли? О, а, друзья! О, здорово! Привет! Привет! Мне легче стало резко. О! Ой-ой-ой! Здорово! Что? Перед тем, как... Давайте, ребятки, вы это... Обратно, обратно, давайте, обратно. Давайте-ка обратно. Обратно, обратно, заходим, заходим. Давайте, давайте. Нихуя не понял. Являюсь главным этим... этом, да, да. О! А, блядь. Так, о. Мне дошло очень грустное событие в моей жизни. У меня умер сотрудник. У нас тут доктор умер. У нас клиент. Поздравляю вас. Звучит как тост. Мне кажется, надо на всякий случай взять. Извините, мы пошли. Жми кнопку, отправляй его нахер. Давай, давай, Соню, Соню, Соню. Ну ёма, Алиса, стоп. Подождите, вы что вы тут делаете, ёма? Зачем? Ой, закрыто, блядь. Ой, что-то закрылось там. Господа доктора, мне кажется, я там что-то видел. Вам не кажется? Что вы видели? Что вы видели? Там вот там вот было, за дверью. Да. Нет, ни в коем случае. Да, да что там? Вы же понимаете, там просто, ну... А. Когда труп сжигают, воздух поднимают все ядовитые газы. У нас крематорий. И чтобы в больницу не было, мы специально сделали такую. Доктора, я, конечно, все понимаю, но безопасность... Мне тоже заходить сюда? Тепло, да. Заходи. Это Ванька. Да, да. Мы ее потушили. Да, да. Нет, доктора, вам реально эту хуйню надо будет потушить. Но безопасность... Ну, это, ну, не суть. Бля, хорошая безопасность. Это... Да. В этой книге написано, ну, абсолютно все. Вы, ну, вы людей не лечите, вы их режете, отведите нас. Сжигайте заживо. Я... Я как главный патологоанатом вам сменяю. Мне плохо. Я как главный патологоанатом. Почему вы кричите? Отведите нас к вашему босс-файту. Где наш ваш этот, как его? Просто понимаете, у меня сегодня горе. У меня сегодня горе. Да, поздравляю. А можете вы это громче сказать, пожалуйста? Я чувствую вам землю. Давайте дружно обнимем его. У него девственник, у него родственник умер. Пиздец. Моя морская свинка. Доктора, только честно, вы тоже нахуяренные? А жаль. Да, ну, тут простой у нас крематорий, как у всех, всех, для всех, собственно, бесплатный, прекрасный, вкусный. Да, да, до свидания там, да. Пока. Спасибо, до свидания. А мы тут зачем? Не, давай, да мы ноутбук спиздить, блядь. Давай. Кого? Мы давайте, ничего давай. Не пиздили. Мы вам кажется. Карманы это выворачиваем, карманы выворачиваем. Да, нет, это. Нет, карманы. Да, да, да. Мы у вас точно но ничего не спиздили, 100%. Определенно. Что, честно, честно. Бля, чувак, ноутбук в руке, бля. Честно. Точно? Честно. Отведите нас к вашему вот. Господину, к вашей ему хозяйке. Вы хоть стучитесь перед входом. Ой, извините, я... Наверное, тут, ребята. Там можно заходить? А, да, это боксерская можно? Перчатка. Все, да, да, это боксерская нормально. Перчатка, это нормально. Мне показалось. Да, мне а, тоже ну, показалось. Это вы? Здравствуйте, это вы тут главный? Что вы здесь или забыли? Что, блядь, это вы? Здравствуйте. А, вот вы, здравствуйте. В общем, мы пришли, ну как сказать, устроить ну, переговоры. Резню. Ну, во-первых, уберите, пожалуйста, холодное оружие здесь. Ой, это тёплое оружие. У меня горячее, да. Это плохо очень. Ладно. Так, давайте конкретнее к делу, что вы хотели? Мы хотим с вами заключить контракт, знаете, больше такой. Меня зовут... Можете пригласить, ну, пожалуйста, здесь заметить? Я, ну, там, Шампуся, это вот Кевич, это Пьянкин, а это, ну, Бурбон, и вот, где, там, где, вот, где, вот это Соджу, это Соджу. Соджу. Кажется, у нас с вами контракт как-то, ну, не состоится по такому поведению. А, прошу, прощения. Кто, вы, Соджу, ты прыгаешь? Он приглашает нас. Бля. Ну, ты кидала, конечно. Товарищ начальник, у нас... У нас звучит как тост. Умер. О! Пройдемте. Что я нахуй? А договор, а контракт? Куда? Бля, это предательство, нахуй. Это насилие. Это насилие жесткое. Мне плохо. Это пиздец. Она топчет котиков. Пиздец. Это полный кринж.
В общем, им 98% всех клиентов ваших, ну, всегда, ну, нуждаются в наших услугах. Вот, ну, и мы, естественно, хотим их как бы предоставить, ну, чтобы вас там облегчить. Там. Я так догадываюсь, вы похоронное бюро, верно? Да. Фуся, тогда сейчас мы отправимся заполнять наш документ, контракт, и нам нужно все-таки в любом случае поговорить лично о том, что будет состоять в этом контракте. Ожидайте, мне нужно за книгой сходить. Да. Ну что, я нормально? Бля, вот бы модератор заминировал бы нахуй здесь. Кто-то сказал модератор? Нет. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Так. Мистер президент, нам нужно обсудить кое-что тут. Я занят. С этими. Хорошо. Твоя душа на мушке. Ну так вот. Да-да. Вы бы не могли сейчас проверить... Да, кролик, успокойся! Ну, настройка вот того самого, знаете, такой яркость в глаза. Не могли бы вы продемонстрировать? Да куда ты уезжал? Смешной код. Буквально 5 минут вашего времени. Зайдите, пожалуйста, в настройки. Справенс, Павенс, Бразерс. Йоу, хей, хай. Хай. Попка. Хай. Попка, блядь, ебаный. Да, нормально. Это чужие движухи. О, ты построил? Вот так, видите, у нас возвышается, ну, этим гетто-районом возвышается наше новое здание. Такое доброе. Это ресторан и, ну, наше общежитие. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально. Здрасте. Здрасте. Готовьте, сейчас будет наплыв клиентов добрых. Хорошо, хорошо. Да. Зарплаты не будет. Меня используете как... Я, ну, прошу вас... Рекламную кампанию ресторана? Обители. Небо мой обитель, истребитель. Мозак! Огрызок! Покидай! Спасай, туда! Чтобы ноги твои на кухне, но и не было! О! Мы фурятину будем кушать наконец-то. Да, я уже разделываю. Бля, жарить надо. Сбежал! Сбежал! Кухня работает без премии! Сбежал, фури! Пацаны, тревога, блядь! Где нахуй сбежал? Куда? Ловите его! Алло, просыпайся, ты ебаный урод! Шеф! Что? Шеф! Алло, души уже здесь! Души сейчас папочка домой. Всех накормит! Шеф! Давайте! За разделку, фури! Ты помоги им! Отсюда, паразиты! Ты, белобрысый! Ему помой! Помоги ему! Помоги разделать фури! Тесаки там лежат! Вот там! Где она? Вроде, туда! Туда вот, смотри! Вот, туда сюда, смотри! Сюда! Вот тут тесаки! Фуся, срочно, на склад туда, продукты. Срочно, вот мясо. Ой, бля. Разделывай. Под ней я случайно его пнул нахуй. Бля. Блядь, ну, бешеный. Ой, я на где я дальше, давайте готовь. Бля, его, бля. Ну, где подъем, нахуй, ебать. Меню, вонка, где какие? У нас меню? В зале должно быть кто? Сеня опять спиздил меню, блядь. Ёма! Я чудо, сейчас... Кота, иди сюда, сюда, Кота. Да. Белобрысый, сюда! Да чё делать-то? Сюда! Помогай, вот мясо разделывай! Бля. Давай, чё-то делай надо, блядь, принимай. Заходи на складе все продукты. Кашу. Разделывай мясо. Ты давай тоже подменяй на складе меня, это все уже нахер. В печку там, да, доготавливай. Положи просто в духовку даже. Просто. Печку, бля. А, вот, о, вот не, печка. Не, нормально, так быстрее. Алло, так... Вот, давай. Краши, краши. Давай, мозги подожди. Мозги. Это мозг фури. Ай! Да, нормально, на, берите. Все, давайте. Криворукий Это как нормально. Резко орешек, давайте. Все, сейчас. Вот, еще. Помельчите. Свинина там есть на складе? Есть, сколько брать? Сколько там есть? Все бери. Да хуя! Блин, здесь такое... Есть заказы, сука, бля, выпусти из холодильника! Куда? Быстрее!
пока я у себя... Все, Паша. Блин, здесь такое хорошее обслуживание. Свинина! Свинина! Акуза! О, свинина! Акуза, куда ты вышел в зал, блядь? Обратно! Почему не на рабочем месте? Блять! Блять! И не в колпаке, нахуй! Вот жаль. Мясо! Вот мясо! Вот это кроши! Я уже... Я не понял, мы свинину не заказывали. Все, пожарили, пожарили. Зажарили, зажарили фурятину. Все, быстрее. Он сгорел, почернел. Сейчас папочка, подождите, сейчас папочка нарежет. Опа, давай, все, мозг, готово, мозг, готово. Мозг. Все, 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 опа, вот, выпал мозг. Все, все, у меня его мозг, все, у меня его мозг, нормально. У него их два, кстати. Делишес. Да, жареный фури готов. Забирайте, забирайте. Я докинул. Давай. На склад за джикой. За джикой срочно. Средняя бочка, ищи. Давай. Ищи. Пришли заказы. Стейк из мяса буйвола, шоколадный торт с красной... Это тебе на рейдж. Есть, Зайка. Сейчас. Есть. Так, срочно. Срочно, открывайте дверь. Мозг. Темный... А какие следующие заказы? Кирилл, за мозгом. Объединяю. Мозгом на кухню. Где мясо буйвола? Коктейль, коктейль, коктейль нужен. У меня. Относи, относи. Где обезьяний мозг? Сюда, кидай ей. Официант, забирай. Официант. Пиздец. Так, четвертый стол, стейк, чай. Какой стейк? Насрать. Буйвола? Да. Изолируйся. Сейчас я буду писать менеджеру. Да. Мы фури. Извините, а можно, пожалуйста, сюда человека? Режь. Стейк из мяса буйвола, заказ. Ждем официанта. Сюда на стол выкладываем чек-лист. Сейчас разнеси. Что у нас еще там в чек-листе? Курица со спермой готова, курица со спермой готова. А где стейки из мяса буйвола? Делай. Они жарятся, тут жарятся, нахер. Сейчас, сейчас. Зачем мне сперму подкинули? Вы что используете в соусах сюда своих? Нет. Это секретный ингредиент, женщина, блядь, как тебе не знать? Давай. А ты что стоишь? Да ты, блядь, свою еду нахуй завали, блядь. Я не знаю, что делать. На заготовке. Стой здесь, принимай заказы. Заказы принимайте. Иди пока в зал, успокой то, что скоро заказы будут готовы, давай. Где? Здравствуйте, наши... вам все где нравится? Нет, где напитки? Сейчас будут напитки. Кто заказывал? Микроскоп кто заказывал? Мы ждем напитки уже 40 Ксюша? Минут. Сейчас, сейчас будут. Алло, Ксюша. Кто микроскоп заказывал? Фури. Я не помню, кто сейчас, его. Сейчас поднесем. Извините, а вы все не могли бы хорош... сами в нас кинуть как коктейли Молотова? Да, мог бы, наверное. Давайте, мы ждем. Да, сейчас. Призрак Фури просит в него коктейль Молотова кинуть. Найди там на складе, там есть рейдж? Ну вот. Найди, давай. В зал неси, в зал неси. Парочку. Кто заказывал коктейль Молотова с прожаркой? Сюда. С прожарочкой. Правильно. Куда ты, блядь, разбрасываешься заказами? Ёбаный ты в рот, блядь, акузок. Это место, где мы, ну, где хотя бы хоть что-то спокойнее. Так Джеральд выглядел, когда жил? О, это Джеральд, когда он был еще живым, да, он был королем раньше. Ничего себе. Его нашел РКРР в ином мире, он путешествует там чисто в руинах каких-то, ну, валялся, и вот король Джеральдина великий. Вот, и вот теперь он, мы его нашли, он к нам его привел, вот. И теперь, ну он как вы, такие же королевских кровей. Ничего себе. Вот. Да, еще как пять. Это шок-контент, вот. Я бы даже сказал. Да, и он меня постоянно успокаивает, потому что у нас много хаоса происходит. Вот, особенно после контракта. А где он сегодня? Сегодня он куда-то пропал. Ну, вроде как он говорил, что ушел куда-то гулять. Вот, и, ну... Ну, а разве вы, кстати, не помните то, что вы с ними, кстати, гуляли, гуляли с ним? Ну так, чуть-чуть. Вот, чуть-чуть? Да. Вы, ну, как раз именно вы вроде и предложили ему идею с рестораном открыть. А, да! Мы гуляли по иному городу. Ну, вот, да. Обратно в ресторан идем, жесткий? Не, я не хочу туда возвращаться, там суметуха. Я самый лучший директор. Вот. У нас есть, ну, проблемы покрупнее и поважнее. Фури.
ну, на втором плане не будут. Для нас пока что вот именно это является основной проблемой. А что это? Церковь Святого Геннадия, ну, или церковь, ну, Юмора. Ну, вроде как, но можно уточнить, в принципе, что это. Бля, это круто. Здравствуйте! 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 Круто вы тут поселились! Спасибо огромное! Спасибо! Поздравляю! Спасибо! А обязательно, чтобы у вас там человек с оружием стоял? Это не наш человек, уйди человек. Ну, это бывает такое. Недобрый. Мы идем. Ну, вообще похороны. Блин, душит. Алло, в ресторан обратно, кота. Алло. Ой, бывает. Ну выбирается душа. Ну бывает, да. Бывает. А что это у вас так происходит? Да спасет их гена. Да вы храните вообще душа. Да не обращайте внимания, там душами балуемся. Не вопрос. Вот. Ну как, ну что вы их вообще храните? Почему вы их не отпускаете? Вы же тоже церковь, вы же должны знать, это иной мир, это души, или вы ну не так Яночка понимать? Такого не одобряет, знаете, иной мир, вот иной мир это сразу отправление в бан. Вот знаете, вот в бан там вы какие-то не совсем православные. Ну вы не совсем правильно. Постоянно просветить, вы там вот у нас священник читает молитву. Без нас бы мир бы уже загнулся к чертям. Да нахер, душа. Нахер, нахер. Да если б не гения, не гения, вас бы не, блядь. Ну тоже там верно. Сложно вообще все объяснить за 5 секунд, но мы, короче, правы в своем деле. Да вы не правы, ну вы просто храните каких-то этих челиков, которые, ну просто считают себя по гендеру душой. А на самом деле они не души. Фак твой. Ну, они обычные люди, которые считают по гендеру душой себя. Так а в чем проблема? Свободная страна. Свободная страна, ну а ну, Гена же немножко... разрешил, значит, все нормально. Ну, Гена разрешает именно такое, ну, вы понимаете. Ну, так вы сами понимаете, что, ну, вы считаете это, ну, вы считаете именно с это. Вы считаете это именно отдельными знаете душами. Знаете что, вот мы каждый останемся при своем мнении, а у вас там в церкви, ну, посмотрите, что происходит. И это да, мы у вас правы. Там что-то вообще странное. Как это молитва. Там люди и молятся все. Ну все ясно с вами, пойдемте, ребята, у нас там души надо покормить еще. У вас там чел серфит на ядерной бомбе. Фуса! О! Ты меня девочки окружили, я отвлекся, извините. Жиза, 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 да? Станите тебе в котел, пожалуйста, для ритуала. Абракадабра, тю-тю-тю-тю. На горке заветной, дыми столбами, туманы губами, теми дубами, да губами то, что ныне всего милей, всего важней, нелево расступишь, блядь. Что ищу, что покажи. А, блядь, что? Давай, забирай эту душу скорее. Давай. Сейчас он покинет тело. Нихуя. Слушайте, я не очень понимаю, но я... Давай. Это GTA или что? Блять, я в фонарике, ебать! Алло! О, наконец-то выбрался. Привет. Здрасте. Ты вроде душа, которую мы на днях, так сказать, поймали. Ага. Слушай, я душа, ты душа. Прогульнемся? Ну, пойдем тогда. Пойдем. Я тебе все расскажу. Мы тебе деньги за то, что ты отдал душу, дали. Ты планируешь ее возвращать? Ну, тело. Ну вообще бы да. О. А-а-а. Не, ну это будет денег стоить. Ладно, пойдем. О. Вот нам сюда. Какие напитки любишь пить? Фласк.
Как? Фласк. Что это? Энергетики. Ой. Пойдем. О, смотри. Садись. Поехали. А мы куда едем? Это мир душ. Смотри. Здесь живут, так скажем, наши с тобой друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Вот, смотри. Здесь ходят электрички. А нас не собьет здесь? Они редко ходят. В ближайшую неделю вообще ходить не будут. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я жду уже много лет электричку. Да нормально. Какая-нибудь придет, наверное. Ну, нормально. Пойдем сюда. Добро пожаловать в клуб. Так, тут, наверное, должна быть музыка. У кого-то есть музыка, господа и дамы? О! Давай, включай. Моя тачка, золотые диски, проехал мимо Лали, у них на мокрый киски. Мой капот, как у Бэхи закрыли, на светофоре обогнал Бэху закрыли. С машином в салоне посадили мы траву, покой нам окопов, курим прямо на ходу. Шар под люком блестит, эй, сын, подойди, зацени, как он блестит. У меня был секс, это моя работа, заливаю грех, замашировываю я луком, трусики и не запахался еще? Но чуть-чуть подустал. Пойдем посидим. Слушайте, а вы знаете, что у душ у некоторых есть свои способности? Да, да, они души учатся, чтобы свои способности использовать. Я хочу. А у вас какая-то есть? Что еще раз? У вас есть какая-то способность? Да, 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 конечно есть. У меня самая сильная способность. Слушайте. Продемонстрируйте. Умеете клонироваться? Я умею, да, вот. Это мой клон. Слушай, это... пока... погуляй пока-то там. Туда-сюда, туда сходи. Я пока с ними поболтаю. Слушайте, расскажите поподробнее. Здрасте. Женщина? Запах. Я чувствую запах чистейшего кринжа, который решил наведать меня в столь поздний, неудобный час. Как вы хорошо угадали, это я. Прекрасно. Я, как потомственная гадалка в семи Сатурнах, Агата Краснодарова, знаю, зачем вы пришли. Я готова поведать вам ваше будущее. Вы готовы? Да, но у меня сначала вопрос. Вы думаете, меня это ебёт в данный момент? Судьба велит мне. Я вас слушаю. Ты ладно, девственница? Давайте. Знал ли ты, что в своем грустном, печальном будущем ты являешься тем самым никчемным и никому не нужным Чебоксаром? Тебя не знает абсолютно никто в этом грустном, одиноком мире. Нахуй ты здесь никому не нужен. Я тебя поздравлю цитатой одного моего маленького рыжего кролика. С днем рождения! Долги твои не сможет покрыть столь жалкий маленький карман с деньгами. Ты будешь вынужден расплачиваться своим трудом. Для твоего разума откроется совершенно новый, неизвестный для тебя, жалкого отродья, раньше прекрасный мир. Удивительно, но те, кто отобрал у тебя самое важное, окажутся в трудную минуту рядом и станут для тебя чем-то большим, чем незнакомыми ебланами. Прикольно. Так ты девственница?
У меня есть, ну, кое-что поважнее данной информации. Я готова, ну, отдать вам данный артефакт. А что мне с ним надо сделать? Ну, знаете, в случае его потери вы подведете того самого маленького рыжего кролика. Понимаете, о чем я? У меня для вас земля. Мне вообще похуй. Ты застрянешь, ну, в ловушке, в четырех стенах перед закрытой дверью, которую не сможешь открыть. А позади твои друзья, которые застрянут в агонии судьбы. Знал ли ты, как приятно наблюдать обжигающую сердце боль? Выбор только за тобой. Каждое решение приносит последствия. Понимаешь? А чего вы тут делаете? Когда нихуя непонятно. Будет слишком поздно. Дамочка, вы все? Получается, сейчас где-то твоя душа, твое тело где-то сейчас гуляет. Где-то есть, наверное. И тебя никто не помнит. Возможно. Пойдем посмотрим. Не понял. Заходи быстрее. Заходи, заходи. Как? Ой, блядь. Пробуйте. Заходи, давай. Нас не видят? Ой. Не, нас не видят. И за мной никогда больше не будут бегать чебоксары? Ну, нет. Пойдем. Это можно тебе руку починить? Это не видит. Не пугайся. А ну-ка. Добро пожаловать в магазин Альмарада. Вас тут можно купить и куртки, ноутбуки, хуйтбуки. Вас что-нибудь интересует? Мне кажется, меня, ну, наебывают. В каком плане? У меня тяжелая ситуация в жизни. Я начинаю сходить с ума. Ну вот, мое лицо вам ничего не напоминает? Ну, скорее бомжа, я не знаю, кто вы. Меня выгнали из Отца-Сити. Я хочу вернуться в него сейчас. Если бы вас выгнали... Если бы вас выгнали, я бы вас знал. Я хочу вернуться. Это можно только ритуалом. Вы меня наебали, суки! А. Чё? Мне нужно поспать. Интересно. Блять, было бы охуенно. Если бы все чебоксары мира меня бы тоже не узнавали. Ну как тебе прогулочка, тянулись? Ну чё-то ты, конечно, разочаровал меня в конце. Нахер. В смысле? Так вон, настоящий я хожу там, чё-то... И всё. А, знаешь, я как душа заявляю, настоящий ты стоишь передо мной, а это шкурка. Возможно. Да не расстраивайся, опять же. Ну, я надеюсь, ты выкупишь ее обратно, найдешь же способ. Верь в себя. Так а... Что? А вдруг это не обязательно нахер? Что не обязательно? Ну если мир такой там светлый, чудесный, все что-то души кайфуют, там вечно живут, то зачем тогда возвращаться в этот мир? Ты еще, понимаешь, человеку дана такая возможность прожить эту жизнь до конца. А уже после конца может быть все что угодно. Так что я тебе советую, ну это прозвучит странно, но умереть своей смертью. Потому что тут тоже много прекрасного. Сейчас ты что, ты отдал свою душу. Ты ее применял по сути на деньги. Ты, ну, вон, ты даже взлететь не можешь. Кстати, когда эту поляну уже достроят? А за что ты бы покинул этот мир? Это личное. Слушай, тебя не бесит вот этот пустырь?
Там надо сделать было бы ресторан, мне кажется, какой-нибудь. Бля. А вот это неплохо. Я передам Фуси. Ладно. Ну чё? Вот, смотри, смотри, смотри. Я его сейчас напугаю. Из-за того, что я тебя иногда видел в твоем настоящем обличии, это значило то, что когда-то мы вот так вот с тобой все встретимся и все переплетется, или как? Когда это ты меня мог видеть? Я видел твое лицо иногда. Иногда оно проявлялось из маски. Знаешь, такой эффект бывает, когда люди были душой, вернулись в тело и, ну, видели другую душу и начинают как бы мысленно представлять ее лицо. Но я не думаю, что ты меня еще видел. Это странно. Слушай, посиди в котелке, я пока принесу фонарик обратно тебя. Привет, Фуси. Странное день. Мы что-нибудь вспомнили? Что-то вспомнил. Видимо, это все-таки была моя идея открыть этот ресторан. Да? Да. Значит, Джеральд был все-таки не прав. Ой, прав. Да. Копай. Ну тогда, мистер Батисон. Я, ну, хочу вам хотя бы дать напоследнее. Если там что-то и было важнее, то на будущее, если будет нужно, это наше руководство. Ну, вот, да. Ну, с открытием ресторана я вас поздравляю, но и, ну, с новой целью. Да. Прекрасно, будет где вещи положить. Это здание было полностью разработано до вас, вот, каждая комната. Здесь вот ваши почтовые ящики. Вот, сразу говорю.